Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Craft the World. И у меня что-то гномы половина спят, половина не знает, чем заняться. Все потому, что была атака нечисти, нежити. В принципе, успешно отбились. И теперь надо подумать, что же делать дальше. Ну, давайте пока. Хотя здесь камнем не обязательно строить, давайте камень снесем. У меня же есть тупо там типа земля. Да, наверное, землю лучше поиспользовать. Вот здесь вот землей все выкладывайте. Ускорим игру. И нам потребуется еще же шерсть. 100% надо найти, с кого ее добыть. Надгробие я, наверное, пока рушить не буду. В принципе, нежить пускай пока лазит. Какая-то мелкая. Особого вреда она не принесет. Всякие ламы. Буйволы. Лам надо поубивать немножко. Это факт. Давайте даже ускорим. О, ворвался. А чё ты один-то пришел? Кстати, вы все одеты? Давайте посмотрим, да, все одеты. Анджуманджи! Давай, месси. Неси эту ламу. Да, конечно. Так, еще подключился. Давайте эту ламу зашатам. Нам шерсть для веревок нужна. Тут мумии шастают. Окей. О, этот сам себя зарыл. Красавелла. Что сказать. На, сюда тебе портал. Так, по диагонали же вы не умеете. Заменить. Давайте позаменяем все, что можем. В принципе, это не особо сложно. Отлично, тоже заменить. Железо нам, ой, как нужно. Тут вообще выкопать надо, а не заменить. Здесь тоже можно выкопать. Уголь выкопать. Ну, здесь имеет смысл сделать подсветку. И давайте, наверное, посмотрим, что у нас там по плану. Еду добить. Основы строительства. Да. Ту же деревянную стену мы еще не сделали, да? А у нас еще и проблемы с деревом планируются. Новое задание. Так, обработка стали. Все круто. Это что у нас? Кузница. Для кузницы нужна вода. А чтобы набирать воду, нам ведро же нужно. Так. Фартук кузнеца есть. Отлично. Появились первые железные предметы. Но ведро, для ведра нужны доски. Для досок нужны бревна. Все как всегда. Быстренько это делаем. Досок сколько бы сделать. Давайте вот так. И в таком случае надо отправлять на вырубку дров. Давайте вот это срубим. Кактусы. Вот эту штуку. Птицу рубанем.
все срубать не будем, по той простой причине, что чревато. Оставим на размножение, так сказать, на разведение, что там. И надо придумать, в каком стиле я хочу все это выстроить. Не очень очевидно мне пока что, что я хочу сделать. Но имеет смысл едой немножко подзаморочиться. Так, у нас еще яйца появились, да? Давайте еду покачаем. Тем более это нужно делать. Мясо есть. О, отлично. А, листья только один. Тогда еще надо листьев заказать. В принципе, листья это не такая проблема. Допустим, вот это все выкорчевать. И вот и будут листья. Смотрите, как он на четвереньках несется. Совсем глупый. Так, с кем вы там деретесь? Да, блин, что тут с дерева делать? Что-то надо с деревом делать, потому что это реально в проблему превращается. Мне это совсем не нравится. И мне не нравится дизайн наших вот этих всех предметов. Так, харе мою дверь ломать. Какой Ян Думандей куда-то ускакал? Бейте тут долбаного мумиё. Так, они куда-то ушли. Почему вы атакуете этого парня? Из каких таких соображений? Они его с тыла обходят, что ли? Оу. Так, смерч. Не, реально с тыла обходят. А, я же дверь закрыл. Да. Бывает. Откройте дверь. А то бедные гномы с тыла решили обойти. По всей видимости, посчитав, что это попроще-то будет. Да. Ну, этого зомбака тоже валите. И вот тут куча всякой фигни, ее бы не мешало собрать. Как у нас там дела с ведром? Можем. А, досок в принципе хватает. Гвозди есть, не проблема. Ведра есть. Так, что с водой? Ну вот вода здесь есть в принципе. О, гномы голодны. Окей, Google. Что-то у нас с едой. Кокос, они что-то не хотят есть или что? Немножко мяса. Пробуем кокосы. Не, нормально, пошли кокосы. Ну, кокосы, я думаю, не особо круто. Давайте еще вот так вот яишенки набодяжим. Так. Го кушать, пока все рядом. Ctrl-E. Комбинация клавиш, которая отправляет гномов есть, если они голодны, по-моему. Кокос. Эй, привереда! Ты чё? На яичницу. Отца. Посмотрите-ка на них, еще выпендриваются. Да, вот это все собирайте. Ну, надо взрываться, но, блин. Такое дело. Можно сюда еще, кстати, кого-нибудь отправить. Так, что-то не работает. Давайте этого шлепнуть. Вот эту траву всю прорядить. Мне нужны дрова. И сюда, допустим, можно отправить. Вот это срубить. Еще бы неплохо вот эту ламу вшатать. Давайте, добывайте. О, вроде все пора разбежались. Так. Что там за технология?
Еду надо еще прокачать чуток. Кузница. Кузница требуется вода, которая у меня немного есть. Занятно. Когда успели собрать. Ну, красавчики, что сказать. Это все тоже раскидываем. Ну и камень, соответственно. Оп, кузница готова. Ну и... По-моему, мне еще с краю не самый лучший вариант ставить на самом деле. Так, давай сноси это. Сноси столярку. Верстак этот. Давай удалить котелок тоже этот. Сейчас мы по новой методе расставим. Поаккуратней. Факел забирай. Надо так, чтобы не очень близко. Как-то так. И дальше у нас котелок. И верстак. Верстак где-то был. Да. Помнить бы еще где. Вот он. Хорошо. Так, верстак сейчас успеем. Кузницу ставь. Все-все принесли. Еда здесь. Ну и верстак. Нет. Верстак здесь. Так, поспать, контр-эр. Вроде никто не хочет, да? Ну тогда, ребята, давайте вам работу сообразим. Надо вот этих еще буйволов позавалить парочку штук. Заодно срубите вот этих пару деревьев. Пару веток. Шкуры нам в любом случае понадобятся. Почему бы сразу не добыть? Пока есть такая возможность. Так, там еще один буйвол что-то драку развязал. Давайте его тоже сольем. Заодно и мясо, и все, в общем, неплохая еда. Ну и это нам позволит между делом докачать еду. Я так думаю, мясо, жареное мясо, листьев у нас хватает. А, отлично. Сейчас докачается. Что с интерьером сделать? Я немножечко в замешательстве. Как нам интерьер развернуть? Очень не хватает лесов строительных, чтобы, блин, нормально вести постройку. В принципе, они скоро появятся. Так, фартук кузнеца давайте сделаем. Шкура для этого нужна. Шкур я добыл. У нас кузнец какой-то вроде был. Так, кузнец вообще же и есть. Фартук кузнеца. Плотник, кузнец. На тебе фартук кузнеца. И вот, кстати, в магазине. Давайте сюда портал. Кактус, вот это все срубите. Вот эти ягодки. И не забудь купить книг. А мне нужны книги шахтера. Шахтера 2 стоят, да? Так, на все. Я хочу, чтобы все вы у меня были шахтеры и могли нормально копать. Но в любом случае, гном у нас постоянно копают. Поэтому, я думаю, не лишним будет книги шахтера купить. И всем им дать. Надеюсь, сейчас все это заберут. Должны. Так, повар тут качается вовсю. Так, еще еды. Ну и задник, конечно, из земли. Это не самое оптимальное, что бы хотелось увидеть. Ставь здесь факел. Вот это надо срыть. Вот это надо истребить. Это нам, кстати, выгодно. Так.
Ну и здесь начинаем углубляться еще дальше. Потихоньку. Так, какие у нас там квесты? Укрепить вооружение. Так, хорошо. И ну вот технология обработка стали. Окей. Давайте потихоньку всем этим и заниматься. Даже что, потихоньку мы сейчас ускоримся. Так, а нет. Что-то у нас тут с технологиями произошло хорошее. Надо сталь обработку. Кошки скалолазы мне не очень нужны. Там железная кирка, к примеру. Как вариант. Так. Давайте, кирки нам нужны. Штуки 4, допустим, для разгона. Все это собирается, пускай. Вот тут факел для подсветки. В принципе, нормально дело пока что идет. Можно чуток ускориться даже. Так, отлично. Что у нас по технологиям? Топоры. Ну, блин, топоры такое дело. Что, неужто надо бы сделать? Ну, давайте кошки скалолаза сделаем. Так, для этого надо веревку. Шерсти же я добыл. Да, шерсть добыл. В принципе, не проблема. Кошки скалолазки. Ну, сделаем один комплект. Чисто потому, что это даст большой буст сюда. Это, в принципе, удобно. Ну и книжки принесли, принесли. Так, начнем с тебя, плотник. Шахтер. Кузнец. Шахтер, само собой. Мельник. Шахтер. Маг-лесоруб. И шахтер. Повар. Соответственно, угадайте, кто. Ну и маг. Так, одному не хватило книжки. Лучник. А вот давайте лучник. Так, у нас скалолаза нету. Лесоруб. Да, нету скалолаза. Пускай будет. Вот, чтобы кошки эти не пропадали. А ну, сейчас они сделаются. Мы тебе их отдадим просто, и все будет неплохо в этом плане. Так. На лестницу глубже. Нежить гуляет, как обычно. Заняться-то ей больше нечем, этой нежити. Давайте углубляться. Оу. Мумии тут бродят. Тут нежить, тут мумия. Надо будет еще вот эти пирамиды фараона, конечно, врываться. Но чуть попозже, я думаю. Сначала стоит все-таки подобыскать все это. Так, ты куда пошел? Вот куда он ночью один отправился, а? С лестницей наперевес. Вот мне интересно. Ты что, дезертир? Ты пытаешься убежать? Что ты хочешь? Странный малый. Ладно, на тебе, да. Возможность... И давайте быка и ламу, вот эту, к примеру. Давайте весь этот камень выкопаем, посадим здесь землю, как вариант. Так, быка шлепните. Все здесь, давайте разрулим быстренько. В принципе, неплохо справились. Так, теперь все забирайте. Да, камень тоже. Ну, быка не забудьте. Еще портал. А, тут камушек. Тут землю. Обязательно. Это выкопать. Нет, быка кто-то убивать будет? Нет. Что сегодня за день... Не убийство быков всенародный.
Ну, ребята. Нет, ну быка убивать кто будет? Нет, я спрашиваю. В чем проблема? Давайте тут. Тут тоже все застроим. Здесь застроим. Вот эту ламу тоже можно шлепнуть, она все равно там зажатая. Что ей тут делать? Нечего. Так, ладно. Давайте на полторушку включу. Скорость имеется в виду. Что-то мне на 2 как-то не очень нравится. Чересчур все быстро происходит. Угу. Ну и сюда. Так, давайте еще один портал на всякий случай, потому что я знаю, что вас понесет сюда нелегко. Лады. Давайте проверим, теперь у нас много ли дров. 50. Но я бы не сказал, что дофига. Так, железо есть, отлично. Да еще глубже. Листья мы прекрасно фармим. О, тут бычара. Что он тут забыл? Давайте этого тут шлепнем. А, мумиё, тут всякая смола. О, отлично. Докопались до железа. Давайте так вот лестницу проложим. Мы нам без лестницы особо-то никуда. То гномы пораздолбятся. Они это умеют. Ну вот сюда вот пониже. Да ладно, харе падай, сейчас тут будет лестница. Не переживай. Можно будет сюда вот прокопаться, подобывать всякое полезное. У нас пока уюта и комфорта особо-то нету. Нет возможности создать. Я пока его не буду создавать, раз нет такой возможности-то особой. И скоро надо будет какую-то оборону изобретать. Так, ладно, пускай пока там копают. Надо будет с этим тоже что-то делать. А, почему верстак до сих пор не стоит? В чем подвох? Ставим верстак. Ну и... подсветку бы не мешало вот здесь, к примеру. Да, прекрасно, железо. Железо весьма, кстати. В таком случае, что мы еще забыли сделать? Так, а мы забыли железные кирки раздать. Само ж собой. Тебе. Тебе. В общем, всем нам нужны железные кирки. Давайте еще немножечко заапгрейдим. Так, ну, топоров железных надо бы. Так, железа мало. Ну, пару топориков, к примеру. 2 топорика. Что там, железо еще чуть-чуть есть. Ну, зарядим еще 2 кирки. В принципе, добьем технологию. И все будет хорошо. Ну и здесь тоже подсветку не забудьте создать. А тут вот это вот все добыть. У меня еще, кстати, заклинание же света есть. Магический свет. Так, извиняюсь. Немножечко не то нажал, совсем не то. За место Ctrl Windows. Это совсем не круто. Ну, мы тут можем чуток подсветить. Вот как-то так. Ага. Такая здесь территория. Отлично. В принципе, сойдет. Факел ставьте хотя бы здесь. Вот это все выкапывать надо. Тут даже лучше не выкапывать, а заменять. Заменить. Заменить, заменить, чтобы потом дыры все равно эти не заделывать. Нате портал, господи. Харе бегать туда-сюда. А, понятно, кто атаковал. В принципе, ладно, сейчас у нас технология почти добилась. Или добилась. Да, чуток осталось.
А, переработка еще появится. Стекло, глина, бутылки с маслом. И более продвинутая подсветка. Хорошо. Я ж не против. Давайте чуток тогда ускоримся все-таки на двойку. Через 18 минут новая орда придет нежити. Стоит еще это учитывать. Так, хорошо, закрыли технологию. И у нас теперь переработка на повестке дня. Стекло. А песка у нас, мягко говоря, много. От угля могло бы быть и побольше. Ну, давайте там стекло качнем. Там разберемся. Ну, хорошо. Хорошо. Думаю, на этом пока что все. В следующей серии будем отражать очередное нашествие нежити. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Всем всего хорошего. Пока-пока.